Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Драйвер51. Сегодня, значит, нашел на Origin Battlefield 4 идет версия, значит, можно погонять бесплатно в течение недели на данной игрушке, так что регистрируйтесь, проходите, смотрите там, читайте информацию, и можно будет газануть. Есть некоторые игры, которые можно опробовать в тестовом режиме, то есть совершенно бесплатно. Скачивайте, значит, Origin, да, регистрируйтесь там, заходите и качаете игру, смотрите, какие там какое время доступны, скажем так, бесплатные покатушки там, прохождение игры по времени. То есть вот эта игра доступна в течение недели, то есть можете посмотреть, а потом подумать, приобрести вам такую игру или нет. То есть вот сегодня давайте попробуем Battlefield 4 дернуть бесплатно. Так, что тут как, совершенно без понятия. Главная кампания, давайте кампания играть. Так, стойте, назад надо. Настройки тут есть где-нибудь? Еще настройки. Так, меня интересует музыка, которая она нахрен не нужна. Общий уровень громкости, тран-тан-тан, озвучка. Давайте общий уровень громкости сделаем. Давайте пусть 70 останется. Я не знаю, будет слышно меня, не будет. Как бы, поэтому уж не обессудьте. Так, конфигурация, динамика, озвучка русская. Уменьшение тролля, тролля, субтитры. Субтитры они нафиг нам не нужны, да? Раз на русском. Видео. Видео, видео. Полный. Качество графики. Авто, низкий, средний, высокий, ультра. Давайте на ультру засадим. Так. И. Игровой процессор. Процесс. Ну, будем, короче, жать кнопки, как, какие есть. Привязка кнопок, хрен с ним, разберемся там по пути. Так, назад. Сохранить, да. Идем в компанию. Давайте попробуем. Сложность, ну, давайте поставим нормально. Сложно не будем, а то может не прокатить. Поглядим, что за игрушка, какая графика, значит, как он себя ведет. В принципе, компьютер у меня такой средненький. Видюха у меня стоит 770 GTX Nvidia. Проц стоит четырехъядерный, 4,2 МГц с разгоном до 4,5. Атлоновский Вишера. Значит, мамка хрен его знает, оперативки 20-ка, короче. То есть так вот как-то, где-то как-то так. Вот. В принципе, так последние игрушки тянет, конечно, но не сказать, что прям на полную катушку. То есть поглядим, посмотрим, как она тут. Вроде игра последняя это. То есть посмотрим, как она работает. Что-то больно долго грузится. Еще, ребят, на Origin я нашел там Звездные войны. Но там доступно в свободном режиме, короче, можно погонять часа 4, по-моему. Вот тоже попробуем. Значит, не знаю, правильно я понял, неправильно. Если она будет доступна, то есть я скачаю тоже и посмотрим, что за игрушка. По видео посмотрел. В принципе, мне понравилось, прикольно. Так. Ну что, кажется, тут что-то начинается, да? Так что... Ну, забанит нас YouTube, ё-моё, с этими песнями. Чувствую. Ну ладно, давайте посмотрим, что там. Может, получится, а потом как-то удалить. Я не хочу умирать под этой песней. Ха-ха-ха. Нормас. Никак нет, парни, мы в машине. Под водой.
возвращайся к нам, Мари. Блин, заставка обалденная, ребят, слава вообще. Круто водишь, только концовка. Малость подкачала. Включи свет, Пак. Ну, вообще отличненько. Сейчас, ну давайте уже, стекла трескаются, парни. Режьте ремни, прыгайте. Паниковать в такой ситуации, это самое худшее. Блин, графика вообще, кожа прям как реальная, ребят. Пак, помоги сдвинуть сиденье. Точно. Мы все еще тонем. Мы вытащим тебя отсюда, да? Слышишь? Образом. Дверь заклинила! Черт! Не так все должно было произойти, Владец. Возьми мой пистолет. Ты чего, блядь, задумал? Он теперь твой. Ты чего, блядь, задумал? Вот они что-то ругаются, игрень, а там, ребята, игрушка, я чувствую, прикольная должна быть. Давай, Рекер, стреляй в окно! Это приказ! Рекер, блядь, не вздумай! Вообще жесть, ребята. Давай, поехали, короче. Чувака мы, походу, подставили, кинули там. Так, а где мы есть? Все, парни, погнали. Как прицеливаться, ядрен батон. Блин, графон, ребята, вообще писец просто. Охрененно. Ну-ка. Графика, вот насколько у меня вот тут комп. Такой не бодричком, но, блин, все-таки. Только я понять не могу, как прицеливаться. Японские городовые. Одиночные. А, вот это. Так, Т, что это у нас? Это лазерный прицел Т, да? Четверка, что такое четверка? Хрен его знает, что такое четверка, четверка не могу понять. Тройка. Ну ладно, погнали, что. Обычно правой кнопкой прицеливание идет. Что тут было? Где? Охренеть. Бросай, бросай оружие! Ты че, писец? В лицо не пальнул. Опа, еще полегче, один. Пак. Где тебя черти носили? После того, как передача данных пошла наперекосяк, я отправился сюда. Бам. Русские, да, спецназ, они то тут, то там. О, и русские. Парни, наши тут всем бананов накручивают. Русский спецназ. Уже светло. Нам нужно добраться до точки эвакуации. Ирландцы, видел? На я улице. Думал, он с тобой. Придется нарушить молчание. Могильщик 3, это могильщик главный. На где улице вы? Так нормально, ребята. Главный. Ух, солнце как светит в глаза. Запрашиваю огневое прикрытие. Вас понял, ирландец. Мы вас прикроем. Рекер, готовься. Прикройте мой задник. Займи позицию у окна. Будем прикрывать ирландца. Возьми патроны в контейнере. Где контейнер? Это японский городовой. Ага. Хватай все, что можно, и становись. Е. Так. Что тут надо-то? Что можно, а что можно? Пиздец, что брать? Берем, ну, короче. Е, что еще такое Е? Я нифига не пойму. Короче, ни хрена тут, походу, нельзя. Берем вот этот автомат, если он есть. Он, походу, у нас есть. Так как прицелиться-то, Юп? Русский городовой. Рекер! Враги в окнах напротив! Они меня прижали! Помощь туда! Чё ж он, падла, не прицеливается-то, ё-моё. Дойти что-нибудь налево. Прыгает, приседает. Где? Да чё эти в жбан же засаживаю, ё-моё. Чё такой живучий-то?
как там Т было? Алло. Он еще появились, видите? Нет, еще не видим. А, видим. Охрененная, ребята, игрушка вообще. Где слева-то, где? Охренеть, ребята, игрушка просто, вот мне уже нравится. Кто-то еще движется? Мы все крохнули, чисто! Руку дай. Ты цел, ирландец? Кто сказал, что это хрень безопасно? Колеса. Не про этот. Че, где куда же сиделись-то? Уже убежали? Могильщик, выдвигаемся. Давай, давай, пошли. Крепость, это могильщик главный. Пакет у нас, но мы расшевелили осиное гнездо. Движемся к точке эвакуации. Вас понял, могильщик. Вертолет на подходе. Приведите отряд на позицию. Конец связи. Как тут присесть-то, ебана мама? Все время что-то отползти. Внизу. Так. Закрыть. Вот и он. Они нас пока не заметили. Надо их сразу завалить. Пометь их и дай сигнал. Чем их пометить-то? Спрятаться-то, ё-моё. Блин, ребята, вообще мясо, 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 мясо. Да откуда прилетаете? Вот это мясо, ё-моё. Ребята, игруха вообще жить. Охрененно. Ой, ёп! Вообще жестко, ребята. Чисто. Чисто. Еле держусь на ногах, но стою. Не обойти, спускаемся. И куда я залез? Да, ребятки, вообще жестко. Все целы? Все, что делать? Вот наш выход. Рекер, поищи в контейнере взрывчатку. Контейнер-то где? Ага, вот тут вот. Сделай, чтоб в ушах звенело. Как сделать ты? А, вот. Все в укрытие! Сейчас рванет! Чудесно! Пошли! Да, ребят, графика вообще игрушка обалденная. Battlefield катаем, да? Четвертый на шарика. Ой, это че? Рад вас слышать, Хокинс. Мы приближаемся. Ага, спасибо. Так. Просканируешь сектор, Рек. Чем тебя сканируют? Полдом здания. Это скорее половина, Фрэнк. Где эта хреновина? Давай, Рек, бинокль очень полезная штука. Ага. Так, только что нашел и потерял. Так. Да, две дымовые трубы, прямо впереди. Видишь, Рекер? Как прицеливаться-то, притягивать? Да ёп.
Моксель. Две трубы. Точка эвакуации должна быть на юго-западе. Дальше понятно. Так. 4. Как удалять-то, приближать? Я так и ни хренашечки не понял. Это я иду, получается, да? Как это увеличивать? Дальность. Наверное, просто вот так вот и все. Это наша точка эвакуации. Ага, понятно. Да. Хокинс сообщала о присутствии противника. Видишь их? Уже я уже, по-моему, бинокль вытянул. Видишь их? Конечно, вижу. 7. Что? Тактический бинокль сломался, Рекер? Еще раз. Конечно, сломался. Партия мудаков у нас на пути, да? Бинокль тоже видно, боеприпасы и оружие. Хорошо. Готов идти, Рекер? Да готов уже давным-давно вот тут. Фига тут бакалона сколько летает, ребята. Писец, все уже, пошли. Давай, давай, гоу-гоу. Ну-ка, что тут у нас есть? О. Так, что у нас? Не появился второй автоматик-то. Что-то вроде я взял. Не пойму. А чего и почему? Или это он же и есть? Да, это он же есть, просто мы видно, блин. Что тут покрутить-то, что-то можно? О, ну да. Упс. Вот тема. Ну, попробовать. Хотя давайте сейчас попробуем. Шмальну трейлер другой. Ух. Слушайте, блин, это нормас вообще. Винтарез, походу. Живучий сволочь. Блин, весло это клёво. Уходит сволочь. Да ты чё, ушел купил? Ха-ха! Завалили, парни! Так, винтарез-то понятно. Вот это наша вертушка, походу. Блин, вот этот ствол клёвый. Пойдем с ним, ребята. Нет, ребята, игруха просто улет. Ну, насколько, как бы, я вот... Я прикрою ваше продвижение, только давай, давай. Ой-ой-ой, помать. Так, закрыть. Поняла, жду цели указаний. Мы уже всех завалили, е-мая. Что за тачка, не пойму. Чем-то похоже то ли на Урал, то ли. Готов атаковать, дайте цель. Готов. Можно сесть? О, это кто-то наш там, что ли, зашивает. Блин, не покрутить никак этим-то. Мышкой. Затем вслепную трубу. Эвакуация. Вот и мы. Давайте их заколбать, их снимай я.
Вообще жесть, ребята. Кто, где, откуда колбасят-то? Ебана мама. Ух, ё. Давай. Фу ты, бляха, вообще трындец, парни. Все жестко. Что-то прилетело, по-моему, не граната. Граната, и что так поздно орешь-то? Да вообще, ребята, блин. Стрелялка вообще на ура. На-ка тебе в жбан. Охрененно. Что-то еще кто-то вываливает. Не могу въехать. Откуда? Откуда мясо? Бамс, откуда отсюда? А, вот оно. Пипец, что, кончились патроны? Да ну нахрен. Как так? Вот это да. Дайте мне патронов, ё-моё. Никак тут нельзя махнуть-то. Ну, а, R надо держать, да? Поняла. Жду цели указания. Окей, давай нам цели. Все, завалили. О, граната в натуре. Ах ты, черт, чуть мне не втащили. Вижу еще противников на холме впереди. На холме впереди. Где контакт? Вау! Да, снайперку бы нам, конечно. Самое бы то. Готово, давай уже колбась там, готово. Что-то надо, наверное, нам взять этот бинокль. Где он там? Не поможет нам бинокль-то. О. Ну вот, атакуй, чё? Как тебя тут еще? Готово. Япона мама. Как тебя? Ой, на дистанцию. Так работай, как тебе на этот наслать-то, японский? Увеличить. Enter, нет, ER. 3 на 2 добавить. Короче, ладно. Берем тут сейчас какой-нибудь ствол, что-то валяется. Ну-ка. Какой тебе цель указать? Как тебе, бляха, отцелить? Да я понял, иди ты в сад. Отлично, лекер! Да иди ты нахрен со своей целью указания. Сейчас мы тут вольнем их так. Да идите в сад. Я не знаю, как тебя тут отослать. Тут у нас мясо. Готово работать. Готово работать. Иди работать. Ю-у-у! Бляха. Трындец. Вот это, блин.
Охренеть, япона, мама. Это единственный путь. Уже почти. Уже почти, да. Ядрен батон. Жестяк, конечно, ребята, вообще. Давай, патрончиков, патрончиков нам. Так, тут что у нас? Какое-то оружие. Вот это берем. О! Нам нихера нам там вставляют. Японский городовой. Ладно, все. Погнали. РПГ. О-о-о! Давай, пошли. Охренеть, ребята, даже вот говорить некогда, все тут, тут чисто тупо мясо. О, что-то там прилетело у меня. Да, блин, ребята, игрулька вообще на ура. Блин, своему чуть не воткнул. О, сейчас мне тут навтыкают, ёп. Блин, своему чуть не наверил. Кто, где еще? На-то. Ой-ой-ой. Уже откуда отсюда, что ли, втыкать? Ты откуда взялся-то? Да я не пойму, кто тут напихивает-то. Ах ты, ё-моё. Даю. И сейчас патроны кончились опять. Ё-моё. Чё за жизнь-то? Т включить, выключить. А, это Т вот это. Ага, понял. Патронов нет. Так, одиночные. Да где ты там сидишь-то, сволочь? Да вообще, ребята, конечно. Да давайте, япона, где тут? Где грузовик-то? Да ё-моё! Стреляй, Глеб Егорыч, уйдёт я. Не, ребята, игра вообще. Стрелялка офигеннейшая просто. Нет, есть-то. Ай, прошел, прошел, прошел. Давай, давай, пошли. Справа где-то. Писец, где патроны, на? Вот, вот, вот козел. Нормас, ребята. Нарезали, крендибомбили. Вс.
Все, и патрончиков надыбали. Так. Нам бы трофейчик. Патрончики пособирать по-быстрому. Хода, че он там опять надо? И опять парни лезут, гады. Нормас, прошли, ребята. Готов, давай уже. И-и-и. Ух ты, ё-моё, ты откуда? Чё взялся? Вообще жесть, ва-ха-ха. Вообще, парни, охрененно. Игра, ребят, на пятерку просто. Всем советую, заходите. Я куплю обязательно. Как только бабосики появятся. Прости, что я там... Давай, куда мы бежим-то вообще? Куда-то сюда, наверное, ребят. Сильно зараза напоминает мне о доме. Чисто? Буквы, парни. Мы наверх в этой хреновине поедем? Ну а в какой хреновине? Давайте быстрее. Где крючок этот? Думаю, я буду в полном восторге. Что-то уже тут стекла кто-то бьет. Смотрите в оба. Блин, ребята, конечно. Вау, трындец, парни. Ух-ух. Вообще, нет, ребята, всем советую. Обалденно вообще, конечно. Физика, графика. Все офигенно, ребят. Офигенно. Офигенно. Даже, кстати, по-моему, можно по сеточке вот эти пробные. Да куда тебе воткнуть-то, ёп? Винт, что ли, колбасит надо? Ни хрена, не помогает. Да куда тебе воткнуть-то? Побежали наверх, наверное, что? Тут, наверное, что-то будет, где там, где? Вот. Мы-то тут. Где уже все-то? Бежим, 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 бежим. Блин, ребята, вообще охрененыч вообще. Да тащимся уже, тащимся, давай. Графон, ребята, вау, просто. Просто шикарно. А, все. Нашу вертушку, что ли, нарезали? Давай, пошли, вставай, ё-мо. Сейчас нас порежет. Давай, бегом, 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 бегом. Твою дивизию, баба хренова. Ё, еще труба сейчас, на, короче, бу-бум. Куда мы летим? Что тут у нас происходит, ребят? Просто трындец. Парни наши. Вау, я походу повис. Вау, держись, брат, держись. Держись. Вау, вообще, вообще, ребята. Все просто best, best of the best. Писец, мы все полетели вниз. Бляха, ребята, игра пятерка вообще. Пятерка с плюсом. Охренеть. Я представляю, что там можно делать в мультиплеере. Может быть, еще если успеем за это время свободного доступа этой игры, да? Теста, который нам тут предоставила Origin, да? То, может быть, еще попробуем зайти в мультик, посмотрим, как там будет. Ну, пока что, я думаю, будем проходить вот эту сюжетку.
по возможности. Блин, нет, графика все клево, ребята. Прям вот, прям радует, вот реально радует игра. Игра бестовская. Всем советую, кто знает меня, как бы обычно я такие шляпные игрульки всякие, не этот самый, стараюсь не рекламировать. Лучше даже вот некоторые есть старые. Куда за ручку надо? Или куда идти-то? Где? Куда идти-то? К кому? А, к тебе. Давай, что надо делать? Е. Давай, брат, давай, давай. Блин, слов нет. Писец, мы будем сейчас ему парней резать ноги, походу. Обалдеть. Жестко. Епсель, мопсель. Ребята, игра, игра просто трындец. Вообще, я представляю, как бы, смотрел еще игру «Звездные войны», вот, которую сейчас попробую, если она пойдет, да, попробую ее запустить. Я, наверное, за руль. Меня-то куда-нибудь возьмите. Ты меня-то берешь, нет? Давай, я уже пытаюсь залезть за руль, ничего не получается. А во, все нормас. Ну вот вам, ребят, почти спинтерос. Так, погнали, давай. Наш вертолет подбит. Охренеть, куда ехать-то? Как слышите? Макельщик, это крепость. Вторая эвакуационная группа в пути. Езжайте 3 километра по дороге на запад. Вас понял, крепость. В пути. Где вертолет? Не знаю, я смотрю. Ну уже, ага. Оживай! Где у него пульс? Нет, 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 нет! Писец. Мужик, ну что за кирота? Охренеть, куда нам ехать-то? Едем потом. О, нам что-то бананы. Нас грохнули, что ли? Фугас? Не пойму. Что произошло? Ощущение, что на фугасе мы подорвались. Это могильщик. Наш вертолет подбит. Пушки в эвакуации, да? Как слышите? Могильщик, это крепость. Вторая эвакуационная группа в пути. Езжайте 3 километра по дороге на запад. Вас понял, крепость. Пути. Едем, едем. Где вертолет? Не знаю, я смотрю. Черт, нога! Сюда меня убьет. Охренеть, ребята, конечно. Игра классная. Дыши медленнее. Попробуем сейчас, ну-ка. С тобой где? Все будет в порядке. Нет, ну же, мы его теряем. Кто-нибудь еще слышит первые аккорды Дикси? Ты только держись. Вон он летит. Ёба это. Сможем оторваться? Вот это, блядь, знаю. Да, если в туннель мы войдем, что-то у нас тачка, по-моему, дымит. Где же это падла? Куда где? Он делся, где видишь его? Где это, сволочь? Я не да? видел, куда он, блин, делся. Куда, куда? Куда-то делся. Приготовиться. Это чё? Ау, чёрт. Нихера там вставлять. Подожди, чёрт возьми. Да куда жать-то, её? Сволочь, да ты достал. Слышишь, а? Расхерачил нам тачку, козлина. Мочи этих мудаков. Ну-ка, давай. Давай, ну. Куда воткнул? К себе, что ли, в машину, не пойму. Или нас кто-то захерачил? Так хорошо ехали. Писец. Дубль 2, ребят. Погнали. Дубль 3 уже, наверное. Ух ты, нифига, смотрите, прям. Какая графика, эти капли от этих, вот, от волны. Вижу. Приготовиться. Да быстрее, я и так вот стараюсь быстрее. Ну, еще б чуть-чуть. Еще б чуть-чуть и нам. Заходит для обстрела. Вот, блядь. Все. Как бы тут при любом раскладе получается, ребята, мы попадаем, надо их херачить, короче. Давай, прицел.
Все, я, по-моему, захерачил. Нормально. Вау, мы походу куда-то ушли. А, вот он этот сюжет-то. Вот мы почему под водой. Тишки на жизнь. Да-да-да-да-да, вот начиналась-то игра с этого. И что? В случае военного переворота в Китае русские будут на стороне адмирала Чан. Это подтверждение рапорта нашего агента в Китае. Поплыли мы куда-то. Штаб-сержант Дан погиб ради того, что мы уже знали. Но вот же мы разбили стекло. И чувак наш как походу погиб. Нам нужно было знать наверняка. Наше закрытие Суэца — это уже довольно деликатная проблема. Один неверный шаг — и будет война. У вас приказ, капитан. Слушаюсь, сэр. Ребят, игра просто по пятибалльной шкале. Я ставлю прям в реальную пятерочку. По крайней мере, вот по сюжетке, да? Бока к боку. Да. Что за на букву болт? World of Warships, ребята. Он мог стать следующим президентом. Прогрессивный человек. Так. Правительство прозрачности, честности, свободы. Я думаю, сейчас устроим перерывчик небольшой. Сейчас я, получается, ролик этот запишу и потом приступлю к следующей части ролика, да? Будем прохождение делать по сериям, короче, будут серии там, части у нас, то есть это будет первая часть. Ваша задача — сейчас мы тут випов из башен GU целыми и невредимыми. Координировать эвакуацию будет секретный агент Ласло Котов. Используйте оружие только... Даже, наверное, дальше в следующих сериях, возможно, ребят, не буду озвучивать, потому что будем идти просто тупо по сюжету и будем уже текст слушать, смотреть. Игра, как она есть на самом деле, без моего вот этого балабольства, без моего трендежа, как бы игра стоит своих денег. Я не знаю, сколько она стоит. Вот. Так что посмотрим. Ну, я думаю, в районе там 2-2.5 рубасов, наверное, стоит данная игра. Что-то в районе этого. Ну, для фанатов именно стрелялок вот этих, конечно, да, игра зачетная. Да и сама игра просто офигенная. Поэтому всем советую. Покупайте, кому нравится. Вообще, конечно, всем посоветовал бы сначала вот тестовый режим. Тестовый режим пройти в течение вот этой недели. Да, ребят. Ну, графика. Что, звонил жене Дана? Графика на пятерку. Да и что я ей скажу? Его смерть легкая. Смотрите, вообще красота. Всем советую, ребят. Опаньки, чуть не затоптали. Извините, дамочка. Что за хрень тут творится? Полиция в панике. Эй, пойди, мы чувак этого сбили, походу. Пробежал он там, да? Вальсируя между капель дождя, да, Рекер? Сейчас не отказался от чашечки. Ага, а вот и мотопехотные войска. Опа. Так точно. По-моему, эти мудаки на меня пялятся. Веди себя естественно. Естественно? Слышь, походу, сейчас будет мясо, я, ребят. Я что, блядь, на китайца похож? Здание кто-нибудь видит? Дальше мы не проедем, если вы чего-нибудь не придумаете. А, налево. Здесь налево. Охрененно это. Сейчас, походу, будет прям такой... Китай в этом будет мясо. Сколько там випов, по словам Гаррисона? Трое, включая Ковика? Ковик и два местных. Ой, блин, эй, полегче там, успокойтесь. Налево, вообще тут сейчас слева будет мясо. Кто-то стрельнул вам прям в лобаш, ребята. Придется выходить, парни. Дальше пойдем, Лешка. Вас понял. Давай, Рекер. Выходим из машины. Охренеть, ребят. Смотрите, блин. Все, ребят, на этом заканчиваем пока первую часть прохождения Battlefield 4. Лицуха на Origin сейчас бесплатно идет недельная тестовая, скажем так, можно в тестовом режиме пройти, зарегистрироваться на Origin, зайти и бесплатно скачать и недельку поиграть, посмотреть игру Battlefield 4. Ребят, всем советую, игра просто охрененная, вот реально вам говорю. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, ребят, на канал, подписывайтесь в группу обязательно, делитесь видео, подтягивайте друзей,
Все, всем удачки. С вами был Драйвер 51 Русич. В следующей части уже будем продолжать, возможно, даже без озвучки. Все, всем пока.